Наше задание состоит в том, чтобы найти эффективный способ изготовления блоков для электротехнических изделий. Данное задание нам подготовил АО УМЗ, которые столкнулись с проблемой производительности на своем сборочном участке. Наши улучшения должны позволить выйти на мощность 50 комплектов в смену. Нам все очень понравилось. Я отвечаю и за себя, и за все предприятие. Объемы выросли буквально за последний год. И перспективы по заключенным договорам достаточно такие напряженные для нас. И очень вовремя, как говорится, к столу и ложка, появился этот конкурс. Вот та конструкция по каркасам, которая заняла призовое место, безусловно, будем ее использовать в своих новых разработках. Это и повысит нашу эффективность производства, позволит нам номенклатуру изделий выпускаемых расширить, удешевить само изделие. По сборке этих блоков, которые у нас идут серийно, но это просто это улучшение эффективности, это снижение себестоимости. Безусловно, будем использовать. Для этого мы сюда и пришли. Ну и самое главное, что есть общение между разными предприятиями. Общение это позволяет лучшие стороны применить у себя, чем-то обогатить наши родственные предприятия. Мы отнюдь не конкуренты в одной стране. Поэтому я считаю, что такие конкурсы большую пользу приносят и организаторам, и участникам, да всем.